Это вам. Передал ваш друг. Прошу вас, будьте осторожны, иначе меня уволят. Ясно. Не беспокойся. Держи ухо востро, ладно? К тому же, если что-то случится, будешь жить на эти деньги припеваючи. Но как-никак у меня работа со страховкой. Все, ступай. Спасибо. Алло, Акиф? Твой пакет принесли. Спасибо. Медбрат неплохой человек. Он нам поможет. Начнешь действовать, как мы запланировали. Но, надеюсь, на этот раз ты будешь вести себя умнее. Если пострадает ребенок, я убью тебя. Ты понял? Отлично. Девочки готовы? Прекрасно. Пусть будут наготове. Им можно доверять. Не волнуйся, болтать не будут. Они профессионалки, очень надежные. Ладно. Жду новостей. Дело за вами, девочки. Давайте, Зафар, поторопитесь. От них всего можно ожидать. Пожалуйста. Хорошо. Спасибо. Идемте. Нет, госпожа Ича, я подожду здесь. Не говорите глупостей. Я в кои-то веки о чем-то вас попросила. Они сумасшедшие. Они на все способны. Нам еще нужно поженить их. Не бойтесь. Приехали. Посидим немного, сынок. Сынок, Мимо, тебе нужно поспать. Засыпай, сынок. Засыпай, сладкий мой. Закрывай глазки. Спи. Сынок, твоему папе не дают покоя поклонницы. Меня снова узнали, ты видел? У меня нет слов. Выходит, в клинику нужно упечь не сестру, а маму. Асия, я больше не могу оставаться здесь. Все зашло слишком далеко и затронуло семейные проблемы. Тетушка, прошу тебя, не начинай снова. Умоляю тебя. Если мама ревнует папу, то папа просто не будет приходить сюда и все. Ну в чем проблема? Дочка, так нельзя. Он твой отец. Конечно, он будет приходить. Он твоя семья. Как не приходить? Я не буду вставать между тобой и семьей. Не настаивай. Каждый пойдет своей дорогой. У меня расшатались нервы, дочка. Я больше не вынесу этого. Господин Ильяс? Подошли. Да? Вы Ильяс Авджи? Да. Вы хотите взять автограф? Мы ваши преданные поклонницы, господин Ильяс. Вообще-то мы хотели поговорить с вами. У нас есть пара вопросов. Пожалуйста. Мы очень любим этот спорт. Я хочу купить себе мотоцикл. Но так как я девушка, мне любой мотоцикл не подойдет. Некоторые очень тяжелые. Чтобы вы могли посоветовать, как профессионал. Как профессионал, я не люблю какие-то особые марки. Но вам я хочу посоветовать следующее. Когда будете покупать мотоцикл, вы должны твердо опираться ногами о землю. Если вы можете удерживать под собой мотоцикл, то вам будет легко управлять им. И вождение будет безопасным. Тетушка, я настаиваю и буду настаивать.
Я не справлюсь в магазине без тебя. Что я понимаю в шерсти, в нитках, в спицах и в вязании? Единственное, что я связала в своей жизни, это свитерок Мимо с узором собачки. Ты сама знаешь. Я буду давать уроки вязания? Послушай, я опаздываю. Ильяс ждет меня. Я вернусь через час, ладно? Когда я вернусь, мы сядем и основательно поговорим, хорошо? Тетушка, прошу тебя, дай мне обещание. Ты меня дождешься. Прошу тебя, тетя, пообещай. Ладно? Моя золотая тетушка. Садись, я скоро вернусь. Спокойно поговорим, ясно? Ну все, давай. Очень жаль, что вы пропустили балканские соревнования. Вам очень не повезло. Я слышала, что вас оклеветали. Это так? Да, к сожалению. Но можно сказать, что я ничего не потерял. Если я покажу высший класс на следующих соревнованиях, то я смогу преодолеть разницу в очках. Ильяс, а где Мимо? Асье? Ильяс, где он? Ильяс, где мой сын? Ильяс, где Мимо, я спрашиваю? Он был здесь пару секунд как назад. Как ты мог? Как ты можешь быть таким безответственным, Ильяс? Позволить вынуть ребенка из коляски? Что случилось, ребята? Погодите минутку. Похитили. Постойте. Моего сына похитили. Вызови полицию. Меня отвлекли две девушки. Полиция. Вызовите по телефону полицию, прошу вас. Кто-нибудь. Ребенка похитили. Вызовите полицию. У нас похитили ребенка. Где полицейский? Вызовите полиция. По телефону полицию. Вызовите скорее. Умоляю вас. Асия. Асия. Идем. Проходи, сестренка. Прошу. Заходи в дом, заходи. Вы откуда? Со свадьбы, мамочка. Со свадьбы. Сестра с Фуратом поженились. Сынок, вы надо мной издеваетесь? Вы оба умом тронулись. Нас поженил Усман, мама. Простите, у нас не было возможности позвать вас, потому что все случилось очень спонтанно. Но церемония была отличной. Но ты не огорчайся, мамочка. Мы еще устроим свадьбу. Вы придете на нее? Ну, конечно, конечно. Это регистрация, только формальность. Сестренка, прими лекарство и ступай отдыхать. Ладно? Мы сегодня все очень переволновались. Я так и сделаю. О чем она говорит? Она... Садись. Они пришли к ним, сели напротив и сказали Осману, чтобы он их зарегистрировал. Айча тайком позвонила мне. Когда я приехал, они чуть не умерли от страха. Хорошо, если они не пожалуются. Мамочка, мы на каких условиях попросили их держать язык за зубами? Вспомни. Мы же обещали избавить их от ИПЕК, оформив ее в клинику. А они что вытворяют? Наши каждый день достают их. Так она еще и этого маньяка таскает за собой. А что теперь будет, сынок? Что нам сделать? Если б я знал. При вас есть фотография ребенка? Конечно, есть, комиссар. Как иначе? Они все здесь в телефоне. Займись этим. Да. Да, братишка. Мы с Ильясом в полицейском участке Бурсы. Тут кое-что случилось. Тебе нужно срочно приехать сюда с отцом. Это срочно. Слышишь? Поторопись. А что? Что случилось? В чем дело? Ильяс опять что-то натворил? Нет. Мимо похитили. Стой, не спеши, я не понял. Мимо похитили? Что? Что? Как это похитили? Как его похитили? Я не знаю. Зафер, братишка, сейчас не время раскисать. Асье расклеилась, она сейчас в больнице. Сообщи об этом женщинам, ладно? Пусть едут в больницу. Там Салиха и тетя Гюнер. Пусть узнают у них адрес. Ты сейчас бери дядю Бахатина и срочно приезжай сюда. Но только быстрее. Если вы сюда приедете, нам помогут с большим усердием. Слышишь? Скорее.
Хорошо, хорошо. Мы сейчас примчимся, ладно? Сейчас, проклятье! Мама, срочно поезжайте в больницу. Позаботьтесь об Асие. Мимо похитили. Где отец? Я не знаю. Он же мне ничего не говорит. Пошли, поторопись, Ипек. Алло, отец. Отец, срочно приезжай в полицейский участок Бурсы. Только скорее, скорее. Мы изучили историю болезни госпожи Асия. Те события, которые с ней произошли, это большое горе. Я за нее волнуюсь. Вы предупредили ее семью? Возможно, понадобятся процедуры, на которые потребуется их согласие. Мы должны быть готовы ко всему. Они в курсе, господин Сами. Ее мама и сестра вот-вот приедут. Я понимаю. Всего доброго. До свидания. Слушаю, Ильяс. Алло, Салиха. Как там Асия? Она очнулась? Как только она просыпается, ее сердце начинает биться, как сумасшедшее. Доктора решили давать ей снотворное. Она будет какое-то время спать. А у вас есть новости? Нет. Нет, нет. Изучают камеры видеонаблюдения. Пытаются что-то разузнать. Даже за ребенком уследить не можете. Передаете его с рук на руки, как знамя. Ребята, есть новости? Нет, дядя Бахатин. Его ищут. Приехал Зафар, зашел в кабинет. Как это случилось? Две девушки в парке заговорили Ильяса. В этот момент кто-то достал Мехмета из коляски и унес его. А где Асия? Асия сразу стало плохо. Ее тут же увезли в больницу. Но повода для беспокойств нет. С ней Салиха и тетя Генер. Отец, они нашли видео. Представляешь, какой ужас? Добро пожаловать, комиссар Бахатин. Мне очень жаль. Спасибо. Прошу, пройдемте в кабинет. Хорошо, Салиха, пока. Созвонимся. Это те девушки, о которых вы говорили? Да-да, комиссар, эти двое. Покажи другой кадр. Замедли немного. Замедли. Вы видели, как он забрал моего ребенка? Вы видели? Он забрал его, комиссар. Я с ума сойду. Я сойду с ума. Лицо этого типа не видно. Какой же ты идиот. Заболтался с девицами и упустил малыша, придурок. Все прекрасно организовано и спланировано. Это дело рук шайки. Что ты смотришь? Что, неправда? Ильяс, что за безответственность? Ты никогда не образумишься. Теряешь голову при виде женщин. Еще и отцом называется. Закрой рот. Что? Зафер, замолчи, пожалуйста. Помолчи. Придите в себя. Сейчас не время. Зафер, выйди отсюда. Я не прав, папа? Они говорят, что все спланировано. Ты не слышал? Не тебе судить, какой я отец. Да пошел ты. Успокойтесь. Прекратите. Зафер, выйди. Бесит меня. Смотрите, комиссар. Увеличь. Посмотри номера. Вот гад. В голове не укладывается, кто мог это сделать. Я знаю, кто и зачем это сделал. Алло, Суна. Внимательно выслушай меня. Кто-то похитил моего сына. Это наверняка дело рук Хилин. Где она? Ты с ума сошел? Как она могла похитить его? Это невозможно, она в клинике. Ильяс, что происходит? А когда похитили Мимо? Хилин в больнице со вчерашнего дня. Этого не может быть, Ильяс.
Хорошо, я сейчас позвоню. Ильяс, это невозможно. Ильяс, что случилось? Что случилось с Мимой, Ильяс? Что? Где ты сейчас? Кто с тобой? Передай телефон кому-нибудь вменяемому. Срочно. Поехали. Я не в состоянии сесть за руль. Поведите вы, но только быстро. Зять, что случилось? Мимо похитили. Что? Как это похитили? Кто похитил? Где они сейчас? В полиции Бурсы. Ладно, я поеду вслед за вами. Хорошо. Алло. Это Суна Беркан. Срочно соедините меня с Тамером Озгюром. Омер, это Джимшит. Ладно. К счастью, они нашли изображение машины. Расследование продвинулось. Приехал Джимшит. Теперь разразится настоящий скандал. Ладно, мне пора идти. Потом поговорим. Пока. Ильяс, успокойся. Посмотри на меня, Ильяс. Ты мне подробно расскажешь, что произошло. Ильяс, прекрати это ребячество. Расскажи, что стряслось. Омер рассказывал тебе 2 часа по телефону. Ильяс, ты не заметил никакой зацепки? Никакого звука или еще чего-нибудь? Что это за легкомысленность? Дядя Джимшит, тише, не кипятись. Где эта шлюха? В какой клинике она лежит? Ильяс, умоляю тебя, ничего не предпринимай, не удостоверившись. Что тут сомневаться, Суна? Разве эта женщина 2 дня назад не пыталась похитить со своими людьми Фелис? Я 100 раз звонила и разговаривала. Она тише воды, ниже травы из-за лекарств. Превратилась в растение. Она не в состоянии сделать это. Суна, не своди меня с ума. Скажи, где она? Хорошо. Но я поеду с тобой. Я тоже поеду. Тебе что там делать? Почему ты во все суешь свой нос? Замолчи. Ни слова больше. Тахир, поезжай домой к нашим. Могут позвонить насчет выкупа. Они с ума сходят. Их кто-то должен поддержать. Ильяс, хорошо, я так и сделаю. Все стараются найти Мимо, слышишь? Тебе нужно взять себе в руки. Все, поехали домой. Где Ильяс? Здание. Они поехали в клинику, где лежит Хелин. Как вы могли допустить это? А если он опять причинит вред этой женщине? Фелис, не кричи, он уехал вместе с Джимшитом и Суной. Они в жизни не допустят этого. Хорошо. Есть новости о Мимо? Нет, полиция расследует. Фелис? Только что мы обсуждали один вопрос. Тебя тоже пытались похитить. Как это было? Да, и не спрашивай, мне угрожали. Я еле сбежала от них. Они поранили мне руку. Мы думаем, что все это организовала Хелин. Как так? А почему нас об этом не известили? Вы написали жалобу? Нет. Зафер, не было доказательств. Приехала Суна и упрашивала, чтобы мы не жаловались. Она говорила, что поедет Хелин и каким-нибудь образом убедит ее пройти лечение. Как вы могли не сообщить об этом в полицию? Невероятно. Просто это ничего бы нам не дало без доказательств. Поэтому. Суна слышала, как Хелин разговаривала по телефону. Она слышала что-то наподобие признания в этом. Когда она сказала, если вы пожалуетесь, я не буду свидетельствовать. Она больна, я отправлю ее в клинику. И мы не стали возражать. Когда на тебя напали, ты была одна? Ну и ну. Это так важно, Зафер? Похищен ребенок. Занимайтесь этим делом. Поразительно. Фелис, погоди, присядем. Что за народ? Садись. Чуть что, Фелис? Thank you.
Дочка, ты говоришь, что придут еще 3 девушки. Как мы поместимся в такой маленькой комнатушке? А что нам делать? Не на улице же проходить курсы. Дочка, если мы добавим 3 стула, там негде будет пройти. Тетя Мариаман, все хотят пойти к вам на курсы. Может быть, купить соседнее помещение? Я сама об этом думаю. Издевайся, издевайся. Ладно, идите. Там есть раскладные стульчики. Возьмите их и несите сюда. Расставим здесь. Куда Сия подевалась? То ли мне магазином заниматься, то ли уроки давать, то ли с клиентами общаться. Я в растерянности. Не беспокойтесь, я займусь клиентами. Ты начинай занятия. Спасибо. Алло, госпожа Гюнер? А Сия с тобой? Она еще не закончила дела в банке, а я уже начала беспокоиться. Марьяман, у меня для тебя очень плохие новости. Мы в больнице. Ты не представляешь, какая случилась беда. Мимо похитили, а Сия опять без сознания. Зафар звонит. Почему он мне звонит? Интересно, что случилось? Он не может дозвониться до тебя. Алло, Зафар, что это ты? Что случилось? Ничего хорошего, мама Фатма. Прошу тебя, если Нармин рядом, не заставляй ее волноваться. Поговори с ней спокойно. Только что в парке похитили Мимо. Мы сейчас в участке. Я высылаю к вам полицейских на случай, если позвонят насчет выкупа. Имей в виду. Сынок, о чем ты говоришь? Какой выкуп? Какое похищение? Мама, дай сюда телефон. Мама, что стряслось? Мама, кого похитили? Господи, я сейчас лишусь рассудка. Мама, что там случилось? Что он говорит? Подожди. Скорее, скорее, поторопись, занеси. Занеси и выходи. Скорее, живо, живо, живо. Кирас, присмотри за магазином. Хорошо, я все сделаю. Тетя Сихер, не падай духом. Лучше пусть спит. Какой ужас. Бедная девочка. Зачем им понадобился Мимо, проклятые подонки? Кому и зачем это нужно? Они убьют малыша. Перестаньте. Он найдется. За него потребуют выкуп. Скоро все прояснится. Мама, возьми себя в руки. Не хватало и тебе слечь. И нас не своди. Неужели его продадут? На органы, ради почек, печени. Госпожа Сихер, это уже слишком. Лучше идите и ждите дома, чем вы будете говорить такие вещи. Если Асия очнется и услышит ваши слова, вы убьете ее. Я вас предупреждаю. Хорошо. Алло, Омер. Есть новости? Прошу тебя, скажи что-нибудь хорошее. У нас тут настоящий дурдом. Только что Ильяс поругался с Зафаром. У всех нервы на пределе. Доченька. Мама. Мама, вы нашли Мехмета? Асия, ты только успокойся. Мама, вы нашли Мехмета? Где Мехмет? Где мой сын? Где мой сын? Асия, без паники. Асия, я тебя прошу, не паникуй. Мама, я должна найти сына. Пусти меня. Доктор! Дочка, успокойся. Мама, я должна его найти, прошу вас. Пустите меня. Доктор, позовите доктора. Мне нужно идти, я должна найти его. Освободите палату. Асия, что с тобой? Асия, дочка, пожалуйста. Тебе плохо. Все будет хорошо. Госпожа медсестра, срочно подготовьте реанимацию. Сынок. Теперь вы видите, как я и говорил, она вот так вот и спит с тех пор, как попала сюда. А это нормальное состояние? Нормальное, конечно. Порой лекарства дают подобные побочные явления. Какие лекарства? Какие побочные явления? О чем вы говорите? Вы знаете, какая она актриса? Позвольте, я сейчас разговорю ее. Ильяс, угомонись.
Госпожа Суна, если вы не успокоите своего спутника, я выставлю его из клиники. Ильяс, не забудь, что ты обещал по дороге сюда. Ладно, ладно, я спокоен. Госпожа Хелин, к вам гости. Пришли ваши друзья. Что случилось? Ильяс? Да, Ильяс. Ильяс. Я тебя сейчас разорву. Ильяс! Где мой сын? Я убью тебя. Ильяс, а ну-ка пошли. Выведите его. Скажи, где мой сын? Я прикончу тебя. Пошли, пошли. Срочно дайте ей успокоительное. Госпожа Хелин, с вами все хорошо? Тише, тише. Все позади. Ему дали лекарство. Ему лучше. Ильяс, ты в порядке? Брат, твой друг успокоился? А что стряслось? Что у него за проблемы? Какие у него претензии к госпоже Хелин? Дела сердечные? Ребенка Ильяса похитили. Похитили ребенка? Да, украли крошечного мальчугана. Мне очень жаль. А он подозревает госпожу Хелин. Просто она больна. Почему ее подозревают? Алло, Зафар. Господин Джамшид, срочно приезжай в участок. Зачем? Вы нашли Мимо? Нет, пока что не нашли. Но тебе нужно срочно приехать. Ладно. Ильяс, нам пора. Вставай. Поехали. Здравствуй. Здравствуй. Как дела? Суна, что делает Хелин? Как мы и думали. Она спит со вчерашнего дня. У нее нет связи с внешним миром. Ей дают такие сильные лекарства, что она даже не в состоянии пошевелить рукой. Даже глаза не открывает. А что с Ильясом? Он набросился на Хелин, и ему дали успокоительное. Зафер, что ты хотел? Зачем ты позвал меня? Тебя допросят. Теперь я под подозрением. Прекратите заниматься ерундой и ищите мальчика. Время ограничено. Расскажешь об этом в кабинете комиссару. Если сможешь объяснить. Куда повели Джамшида? Девушки, которые отвлекали тебя в парке... Полиция просматривала записи камер наблюдения и установила, что эти двое входили в здание офиса Фелис. Как это? В офис Фелис? Ильяс. Полицейские думают, что Фелис вместе с ними похитил ребенка. Да. Это бред, но Фелис сейчас одна из подозреваемых. Как адвокат она имеет неприкосновенность, поэтому они увели на допрос Джамшида. А еще на телефон Фелис пришло странное сообщение. В общем, чем дальше, тем все сложнее и запутаннее. А какое сообщение? Ну, что-то вроде «Все сделано, мы доставили малыша на место целым и невредимым». Ей пришло это сообщение, когда она говорила с дядей Бахатином. Невероятно. Ильяс! Ильяс! Ильяс, постой ради Аллаха, не спеши. Пусть этим занимается полиция.
Ты под действием лекарств, ты не себе. Пожалуйста, присядь. Омер, пусти меня. Ильяс. Омер, погоди. Джем, бежим. Почему вы спрашиваете? Отвечайте на наш вопрос. Да, я вчера вечером на пару часов отлучался из дома. Я отвозил в ресторан рыбу, делал покупки. Если хотите, я могу указать адреса. Что за глупости, я не понимаю. В таком случае вы не знаете, кто приезжал в имение, а кто из него выезжал, не так ли? Зафер, позволь мне. Послушайте, господин Джамшид, госпожа Фелис говорит, что она 2 дня провела дома, ни разу оттуда не выезжала, и что вы были свидетелем этого. Она могла вчера выйти после вас и поехать в офис? Ты любил Мимо как родного сына. Ты сейчас будешь защищать Фелис, погубив при этом Асие? Моя сестра в больнице. Боже. Те девушки с камер видеонаблюдения. Мы установили, что они входили в офис Фелис. Ты в курсе? На телефон пришло сообщение. Сообщение. Ей пришло сообщение, что дело сделано. Ребенок доставлен на место целым и невредимым. Что ты на это скажешь, господин Джамшид? Что вы сделали с Мимо? Возьми себя в руки, Зафер. Зафер, это сфабриковано. Ты не видишь? Фелис на это не способна. Они подставили Фелис и пытаются взвалить вину на нее. Ты не понимаешь? Я хочу поговорить с Фелис. Это ловушка. Неужели вы не понимаете? Фелис, послушай, я хочу тебе верить, но не поступай так. Он еще ребенок, он напуган. Он еще ребенок. Делай, что хочешь, но только не это. Не стоит. Если ты скажешь, где он, если ты знаешь, возможно, ты очень сердишься на меня, но не надо. Я прошу тебя, слово тебе даю, ты просто скажи, где он. Ты не осознаешь, что говоришь от горя. Я люблю тебя. Как я могу похитить твоего ребенка? Как ты можешь верить в это? Тебе будет очень стыдно, когда откроется правда. Джамшид, эта женщина пытается уничтожить меня. Я была дома, ты сам видел. Она пытается убить одним выстрелом 2 зайцев. Не так-то сложно отправить сообщение и впутать меня в неприятности. Фелис. Я только что был в клинике. Хелен не в себе. Она спит. Что происходит? Хорошо. Но я 2 дня была дома. Эти девушки запросто могли все подстроить, пока меня не было. Да что с того, что вы нашли видеозаписи? Какой в них смысл, когда меня там не было? Зять, скажи им, я была дома. Как раз в эти часы твой зять выехал в город, чтобы развести рыбу. Он нам необдуманно об этом рассказал. Он не может свидетельствовать, что ты была дома. Но мы вас не обвиняем. Нет-нет, мы просто собираем сведения для господина прокурора, госпожа адвокат. Он сейчас будет задавать нам вопросы, чтобы отменить вашу неприкосновенность. И мы обязаны сообщить ему информацию. Комиссар, разыскиваемая машина нашлась в районе Суалты. Ясно. Сынок? Что мне вкололи эти придурки? Ильяс. Это неслыханно, зять. Как они могут?
Машина пуста, комиссар. Ее изучают криминалисты. Мустафа, мы нашли два номера. Пусть ребята выяснят, кому они принадлежат. Что, как дела? Ничего. Машина пуста. Она украдена. Говорят, что это дело рук банды. Сынок, почему вы не позвонили? Я услышал по рации, когда ехал домой. Комиссар, они не могут. Они не могут найти моего сына. Не спеши, сынок, погоди. Эти две девушки, они еще дадут о себе знать, вот увидите. Входите. Здравствуй, Нихат. Здравствуй, комиссар. Дядя Бахатин. Есть какое-нибудь продвижение? Номер, что нашли в брошенной машине, принадлежит Фелис Чинар. Я прибью эту девчонку. Комиссар, позвольте мне. Я в два счета узнаю, где находится ребенок. Зафар, сынок, в этом участке мы гости. Комиссар нас неправильно поймет. И что значит, я прибью ее? Неужели мы не сможем найти дополнительные улики? Что скажешь? Мне тоже так кажется, комиссар Бахатин. Предлагаю вам отпустить эту девушку. Отец, погоди. Отпустите ее и установите за ней слежку. Так будет лучше всего. Иного выхода нет. Нам еще долго ждать разрешения на допрос. Она адвокат. У нас масса улик. Но мы не можем допросить ее. Представьте пару надежных людей в штатском следить за ней. Якобы вы следите за Джимшитом. Но придумайте что-нибудь. Наверное, вы правы. Войдите. Комиссар, в ходе следствия нашлись изображения девушек. Через час после происшествия они сели на паром и отправились в Стамбул. В системе они числятся как рецидивистки. Хорошо, ты можешь идти. Как прикажете. Бесполезно. Искать кого-то в Стамбуле то же, что иголку в стоге сена. Думаю, нам стоит пойти по пути, предложенному дядей Бахатином. И, по-моему, мы должны поторопиться, комиссар. Наверное, ты прав. Вы можете идти. Благодарю. Простите, госпожа адвокат, за причиненные неудобства. Сделай скидку на то, что я его дядя, госпожа Фелис. Когда дело касается близких, человек забывает о профессии и о законе. Теряет от горя голову. Простите, если что не так. Извините. Идем, Фелис. Я отвезу тебя. Если будут новости... Хорошо, я позвоню. Поезжайте. Вы отпустите их после стольких доказательств, Зафар? Ильяс, не кипятись, успокойся. Какие доказательства? Какие доказательства? Хватит уже. Меня достал этот бред. Поехали. Хорошо, Фелис, идем. Держись. Братишка, тут творится что-то неладное. Согласен. Согласен. Ребята, поехали в больницу. Я очень тревожусь за Сия. Конечно.
Салиха, прошу тебя, никого не зови. Меня снова усыпят. Есть новости о Мимо. Уже ночь. Скажи мне, пожалуйста, есть новости от Мимо. Асия, нашего Мимо найдут. Прошу тебя, не расстраивайся. Твое здоровье под угрозой, Асия. Прошу тебя. Не плачь, не расстраивайся. Тебе будет плохо. Прошу вас, не усыпляйте меня. Прошу вас. Мне нужно пойти и найти своего сына. Пожалуйста, не усыпляйте меня. Прошу вас, мне нужно найти сына. Пожалуйста, Мимо. Что случилось, Алиха? Просыпается и впадает в истерику. Просыпается и впадает в истерику. Моя подружка умрет от огорчений. Помолчи. Не говори. Не говори ничего подобного. Моя Сия сильная. Она придет в себя через пару часов. Как только она увидит сына, и этот страшный сон закончится. Они найдут мальчика целым и невредимым. Мне интуиция подсказывает. Садись, дочка. Я вспомнила, как она рожала. Асия упрямилась. Удерживала Мимо в животе, пока не пришла ко мне домой. Сказала, если ты кому-нибудь позвонишь, клянусь, я не рожу этого ребенка. Я дары речи потеряла. Она сказала, я не стану тужиться. Тогда и он умрет, и я тоже умру. У нее воды отошли. Пора рожать. Что делать в такой ситуации? А я помню, как она впервые приехала в Бурсу. Она упорно с ребенком на руках искала работу, а потом начала работать на фабрике. Асия сильная. Перестаньте. Не предавайтесь воспоминаниям, словно моя сестра умерла. Дочка, так мы о чем говорили? Мы об этом и говорим. Что Асия сильная, что она упертая. Мы говорим, что она справится и с этим. Вот сумасшедшая. Так она и есть сумасшедшая. Не поняла. Бедняжка не в себе. Они в реанимации поддерживают ее сон. Мы всех отправили. Разрешили остаться только нам с тетей. Мы с тетей Мариаман дежурим поочередно. Она иногда просыпается и пытается отключить электроды. Я посмотрю, как она. Ильяс, только тихо. Не буди ее. Когда она просыпается, ей становится очень плохо. И как долго будут поддерживать сон? А если Мимо не найдется? Они что, до конца жизни будут усыплять ее? Тише, братишка, без паники. Она найдется. Все будет хорошо. Не говори так. Мимо найдется. Ильяс, вы нашли Мехмета? Нашли, любимая. Нашли, не волнуйся. Ты мне опять лжешь. Ильяс, ты мне постоянно врешь.
Уходи. И не возвращайся, пока не найдешь моего сына. Сыночек. Господин, выйдите, пожалуйста. Оставьте пациентку одну. Сыночек. Постоянно открываются подозрительные подробности. И как ни крути, все пути приводят к Фелис. Нет, я не думаю, что ты ошибаешься, Омер. Согласен. Фелис так не поступит. Она не такая жестокая девушка. Она не такая безумная, нет. Чтоб пусто было и Хелин, и Фелис, и Ильясу, и девкам, с которыми он заболтался. Братишка, идем выпьем кофе. Или нет, ты, наверное, голоден. Идем купим нам что-нибудь поесть. Пошли. Это конец. Братишка, не говори глупостей. Это не конец. Ильяс, твой сын найдется. Слышишь? Вы с Асие забудете обо всех этих бедах. Я так говорю, потому что чувствую это. Поверь мне, пожалуйста. Омер, что они делают с моим сыном? Где он? Ему страшно. Он голоден. Ему холодно. Думаете, мне важно все остальное? Мне главное вернуть Асие сына. А потом я готов поставить крест на своей жизни. Ильяс, не падай духом, слышишь? Не изводи себя. Сколько часов прошло после исчезновения, а новостей все еще нет. Они бы позвонили, если бы им нужен был выкуп. Может, они с Ильясом связались? Нет, мама Фатма. Нам бы сказали, если бы они позвонили Ильясу. Он же знает, что мы тут с ума сходим. А если Мимо не найдется? Если мне нужны деньги? Никто не звонит. Тут что-то другое. Я даже боюсь сказать о том, что думаю. А я не иду против Всевышнего. Но как долго он будет испытывать меня? Забери меня, наконец, к себе. Ты лишил меня сына. Так хотя бы внука не лишай. Я прошу тебя. Мама Фатма, умоляю тебя, не думай сразу о плохом. Полиция всех поставила на уши. Они найдут малыша. Мамочка Фатма, выпей. Тахир, никто ничего не ел с самого утра. Может, мне приготовить сэндвич? Что там с ним делают чужие люди? Он уже все понимает. Ему через 2 дня исполнится годик. Мой сладкий. Кто знает, где он будет в свой день рождения?
Уходи. И не возвращайся, пока не найдешь моего сына. Сыночек. Ильяс? Когда ты приехал? Я не знаю. Я без понятия, что происходит, что я делаю, где я нахожусь. Как там Асия? А как ей быть? В результате я причинил ей самый большой вред на свете. Я даже не смог позаботиться о нашем сыне. Я лишил ее ребенка и надежды. Не падай духом. Вас заманили в ловушку. Ты хороший человек. Все наладится. Женщины в доме. Они в ужасном состоянии. Они все нуждаются в тебе. Вставай, вставай, поднимайся. Идем. Мама. Сыночек. Мамочка. Ах, дорогой мой сыночек. Молчи, хватит орать. Я пришел, пришел. На что ты постоянно плачешь? Теперь расхлебывай, госпожа адвокат. На, пей. Вот тебе вода. На. Пей, перебьешь аппетит. Пей, пей. Ну все, все. Договаривались, исчезни на некоторое время. Хорошо, до свидания. Не плачь, парень, не плачь. Тетя о зиме позаботится о тебе. А потом приедет мама Хелин. Мама, я приехал. Сами, откуда ты взялся? А что это за ребенок? Мама, ты все никак не привыкнешь называть меня Акифом. Сколько раз просить тебя не называть меня Сами? Прекрати болтать чушь. Во что ты опять вляпался? А ну-ка, дай мне ребенка. Дай мне его сюда, дай, дай. Какое зловоние. Да он грязный. Он запрел, запрел. Я сменю ему подгузники. Пошли. Идем, мой птенчик. Идем сюда, идем. Ну-ка, пошли.
Я давно не переодевал его. Он голоден. Пытался его накормить, но он не ел. Ты можешь приготовить какую-нибудь кашу? В холодильнике есть молоко свежее. Скорее поставь его на газ. Пусть согреется, ясно? Мое солнышко. Не плачь, маленький, не плачь. Сами, скажи, наконец, чей этот ребенок? Не Сами, мама. Акиф. Акиф. Это ребенок госпожи Хелен. Пригляди за ним какое-то время, а потом она сама приедет. Она рассталась с мужем, а суд присудил ребенка его отцу. Госпожа Хелен схватила ребенка и привезла ко мне, чтобы я отвез его тебе. Ее муж мерзавец, еще изменил ей. В общем, она получила удары со всех сторон. Бедная девочка. Мне очень жаль. Да. Ладно, я позабочусь о ребенке, не беспокойся. Когда приедет госпожа Хелен? Приведет в порядок свои дела и приедет. Она окончательно завяжет с этими делами. Сказала найти тут дом, и мы будем жить все вместе, как раньше. Сказала, все, что у меня есть, теперь принадлежит вам. Бедняжка много страдала, очень много. Пусть приезжает. Ей будет тут очень хорошо. Она разве мало для нас делала? У нее никого не осталось. Я очень соскучилась по моей девочке. А как зовут этого малыша? Джан. Джан, мой ненаглядный. Джан, ты как, и твоя мама пришел к няньке Азиме? Няня Азиме и тебя вырастет. И о твоей маме позаботится. Не беспокойся, сладкий. Давай, налей чашку молока и дай ему. Мама, имей в виду, никто не должен знать, что этот ребенок находится здесь. Не беспокойся, не узнает, исключено. Раз уж Хелен поручила мне своего ребенка, никто на свете не отнимет его у меня, даже под дулом пистолета. Я от всех его уберегу. Его не сможет забрать даже целая армия. Хелен разве мало для нас сделала? Если бы не Хелен, ты бы до сих пор гнил в тюрьме, ты же знаешь. Я все сделаю ради Хелен. Пойду против всего мира. Джан, а ну-ка давай сяди, мой маленький. Вот так. А ну-ка, выпей молочко. Давай, пей. Вот молодец.